Всем огромный привет! Сегодня я покажу оформление торта. Торт у меня сегодня прямоугольный. Медовика с персиком, сливочно-сметанный крем. Белковый заварной крем я заварила. Ссылку оставлю в описании под видео. Смотрите, какой у меня получился плотный. Он не приторно-сладкий, с кислинкой. Очень вкусный получается. И для начала крем окрасила в такой вот нежно-сиреневый цвет. И сейчас хочу верхушки, именно боковые стороны, верх торта, начинать украшать. Сверху буду отсаживать крем вот такой вот насадкой. Я ее очень редко пользуюсь, но вот что-то мне захотелось ей сегодня поработать. Отсаживаю крем и тяну не быстро, чтобы вот такие были как кружево, оно очень красиво ложится. Вот так получается. И дальше. Самое главное, чтобы крем отложился немного и сверху. Насадка и звездочка, можно любой насадка и звездочка, я делаю такой. Отсажу ракушки, вот по окантовочке здесь сделаю такую окантовку как бы. Сейчас я хочу сделать хризантемы. Буду делать вот такой вот насадкой с перегородкой. Делать буду на таких вот вафельных конусах. Вот. Сначала немножко наношу крема, чтобы прилип конус. Так. Отсаживать буду ножницами. Сейчас буду делать хризантемы. Серединку хочу распылить вот такой вот красный краситель с распылителем. Если интересно, где ее купить, оставлю ссылку в описании под видео. Так. Сначала делаю маленькие такие лепестки. И как будто, вот видите, тяну их просто вверх. Потом по ходу они становятся, потом уже сами вытягиваются в сторону. Чем больше хотите хризантемку, тем больше лепестков нужно отсадить. И вот видите, уже даже я закрываю кремом конус, опускаю крем все ниже и ниже. Самое главное не спешить, работать медленно, аккуратно. Я порой, когда начинаю спешить, вот они получаются такие некрасивые стебельки. Нужно убрать. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, работаете ли вы с вафельными конусами, используете вы их или нет. Очень интересно. Вот такая красивая хризантемка. И серединку аккуратно распыляю. Будет такой
красивый переход. Красный на желтом становится оранжевым, таким ярким. Вот такой цветок получается. И хочу вот с одной стороны здесь, так, не видно. Вот здесь с этой стороны хочу отсадить цветы, а здесь сделаю надпись с юбилеем. Так, значит, нужно отсадить кремовую шапочку. Сейчас отсажу на торт. Сделаю 3 штучки, наверное, да, хризантемки. Так, вот одна как будет вперед, здесь вторая, здесь третья. Так. Хочу сделать маленькие цветы, вот такие похожие на лилии. Буду делать широкой насадкой листов. Вот такой вот насадкой. И просто обратной стороной гвоздика переверну и туда вставляю конус. Немножко заполню крема, совсем чуть-чуть. Не делаю листочки, оттягиваю 3. Раз. 3. Так, вот этот, что мне не нравится, его переделаю. Так, так, серединку распыляю. Делать тычинки. Добавлю маленьких точечек. Просто коричневым кремом, ой, кремом уже говорю, коричневым красителем окрашу тычинки. Еще добавлю. Thank you.
Так, розы буду делать средней насадкой розы. Делать хочу немножко закрытые розы. Сначала закручиваю верхушечку и накладываю лепестки один на другой. Затем вот этим уже они раскрываются даже сами по себе. Становятся открытые лепестки. Сделаю розы разных размеров. И распылю фиолетовый краситель в серединку. Вот смотрите, как красиво выходит. И добавлю розочки, вот куда прям хочется их добавить. Крем я красила в темно-зеленый яркий такой цвет. Сегодня просто зеленый топ-продукт, краситель. И я добавила... Какого я добавила? Бирюзовый. Так. Мне этот цвет очень нравится. Смотрится красиво. Ну, здесь я тарелку использовала желтого крема, чтобы не вымазывать стоп-посуд. Называется. Я просто обрезала край кондитерского мешка. И буду... Отсажу такие палочки, такие полосочки. Хочу сделать как пупышечки, такие красивые буточки. Они так будут смотреть в разные стороны. Так. Большой насадкой звездочка. Хочу отсадить вот маленькие... пупышечки, бутончики, даже не знаю, наверное, не бутончики, что-то, вот, даже не знаю, как это позвать. Ну вот я сейчас, конечно, сделаю, а вы мне, пожалуйста, напишите в комментариях, вот как вы думаете, как назвать этот элемент декора для украшения торта. Так, сначала сажу вот такие кактусики, скажем так. Вот как они называются, все время называю их пупышечки, бутончики, непонятно как придется, так и обзову. Вот как они называются на самом деле, вот напишите мне в комментариях, пожалуйста, буду вам очень признательна. Вот так. Отсаживаю маленькие кружочки белые, а вы мне пишите в комментариях, как это называется. Вот. Вот кружочки отсадила. И здесь вот я хочу сделать, получается, возле веточек, тоже без насадки. Просто отсажу маленькие кружочки, такие как веточки, пупышечки. Вот такой вот насадкой листок. Добавлю листьев. Так, что-то не видно. Вот она. Такая насадка у меня узкая.
листочки я отсадила. И здесь еще добавлю надпись с юбилеем. Вот такой вот яркий и одновременно нежный торт у меня получился. Как я говорила, осталось добавить надпись с юбилеем и все. Надеюсь, вам понравилось оформление торта. Если вот вы видите, что можно было бы добавить какие-нибудь еще, может, нюансы тортику, декор еще что-либо добавить, или что-то вы считаете, что лишнее в этом тортике, пожалуйста, напишите мне в комментарии свое мнение. Я буду вам очень признательна. Вот такая красота у меня получилась. Желаю вам всего самого доброго. Всем пока-пока. Thank you.